У меня нет тачки, но я из Liberty City. Нет машины для отхода, ты что, шутишь? Эй, бро, можешь вывести нас отсюда? Конечно, прыгайте, прыгайте сюда. Скорее. Залезайте. О, блин. Ладно, уходим отсюда. Надо отрываться от копов. Всем привет, дорогие друзья. Что это было? Я говорил, чтобы не все предусмотрел. Ты мог-нибудь что-нибудь придумать, добыть машину, в вонючем городишке же есть машины везде. Вали обратно в Liberty City. Знаешь, что с нами было бы, если у него? Мы не делали бы добычу. Так вот, что я скажу, мы не делили бы тюремную камеру. Значит, в Liberty City я работал с большими парнями. Мы проворачивали большие дела. Заткнись, ни слова про ограбление банка. Про твоих родных и друзей мне плевать. По крайней мере, теперь я знаю. Я клянусь, что да не дотёпа только он. Ладно, оторвись от копов, блин. Сзади. Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем играть в GTA 5 Winter Edition. Тут, короче, возле одного магазина. А, пацан, ничего, выследи нас за углом и получишь свою долю. Слушай, я знаю, что похож немножко на горячего парня, немножко на идиота. Я и правда горячий парень, даже немного идиот, но все-таки умею постоять за себя. Работать. В Liberty City я работал с крутыми парнями, а здесь знаю только его. Если что-нибудь понадобится, люди для дела, про меня не забудешь. Ладно, чувак. Если кто-то такое замутит, конечно. Двух бандитов, короче, помог, так сказать, ограбление совершить тут, в местном магазине. И, в общем, давайте подвезем их. Вот твоя доля, бро. Не забывай меня. Паки Макрири. Тот самый Паки Макрири, который из GTA 4. Интересно. И когда мы будем проворачивать ограбление, его можно будет использовать. Это очень круто. Короче говоря, это четвертая уже серия, и что мы будем сегодня делать? В прошлой серии тренер по теннису Аманды, точнее, можно сказать, даже тренер по пенису, потому что он занялся сексом с женой Майкла, и Майкл решил ему отомстить и разрушил дом, который принадлежал на самом-то деле не ему, а любовнице главаря мексиканской мафии Лос-Сантоса Мартина Мадраса. И теперь приходится рассчитываться с долгами с ним. Он, по-моему, тут сообщение нам присылал или нет. Не присылал, наверное, пока еще. Но должен прислать там скоро. Еще я раздобыл для Майкла вот такой фургон. Офигенный фургон, мне нравится. Люблю такие вот фургоны. Красный цвет для Майкла вообще в самый раз. И для того, что деньги мы добывать-то умеем такие, только одним способом, это грабить. Для этого нам надо связаться со старым партнером Майкла и планировщиком Лестером Крестом. Вот его дом. Fuck you, Лестер, ты меня впустишь или нет, а? Сейчас, минутку. Домик у него, конечно... Я тебя уже заждался. Я же умер. Аллилуйя, видимо, ты умер не насмерть. Тебе нужна моя помощь. Как ты догадался? Ну, раз уж ты сюда приперся, иначе зачем ты здесь? Лестер, я был не очень хорошим другом. Я знаю. И ты собираешься навестать упущенные выполняемые просьбы? Точнее, я имел в виду... Мне нужно кое-что сделать, тебе кое-что узнать. Почему бы нам не помочь друг другу? Мне нужны деньги. Так ты снова в игре? Похоже на то. Послушай, Лестер, насчет того, что случилось. Я знаю, что ты не называл моего имени. Я не засвидетель. Знаю, ты никогда меня не передавал. Что касается тебя, я тоже никому не сказал. Что вместо того, чтобы физически расслабляться на кладбище, ты морально разлагаешься в Лос-Сантосе.
компании доктора и жены, которые тебя больше не любят. Да. Раз уж на то пошло... Помолчи-ка. Пришло оповещение, я индуит. Жалкий студенишка, падла, сраный шарлатан, блин. Кто? Джей Норрис? Да. Лживая тварь, я читал его вонючие рассылки. Ты мошенник проклятый. А, я слышал, он заявляет, будто спас Америку. Как, отдавай все проекты на утрус? Продавая нам пластмассовое говно с убогими возможностями, да? Настал час расплаты, лживый мудак, да. О чем ты говоришь? Пришло время примерить белый воротничок, о котором ты так давно мечтал, Майки. Вот, возьми этот стильный рюкзачок, созданный будто специально для 45-летнего дяди, застрявшего в 80-х годах. Облачайся в костюм гениального математика-миллиардера, страдающего аутизмом, славой и форме. Скоро в твою лужу карьеру ложного миссии складывается фатальный баг. Так, Лестер. Эй, проваливай отсюда! Позвони, когда будешь готов. Поможем естественному отбору сделать свое дело. Это будет весело, братан. Ты издеваешься надо мной? Я специалист по банкам, а не по сетевым штукам. Будет тебе и банк. Скоро. Найду чего-нибудь. Как в старые добрые времена. Дом у Лестера дом... Ой, не на те кнопки жму. Как вы видите, такой необычный. Дом программиста. Тайного, причем программиста, который... У которого тут все окна заклеены. Ноутбуков, компьютеров целая куча. Дом компьютерщика. Вон, тут компьютеры, тут камеры. Здесь ноутбук, телевизор. Там дверь, к сожалению, закрыта. Здесь меч, как будто неискоримо, по-моему. Или нет? Знакомый меч очень. Видимо, он очень любит компьютерные игры. Здесь закрытая дверь. Здесь еще одна закрытая дверь. И там еще есть дверь, которая решетка, туда не зайти. Ну ладно, давайте съездим туда. Еще, кстати, я перекрасил машину Майкла, та, которая седан, тот черный. Потом покажу, когда домой приедем. Ой, блин. Ну вот только украл этот классный фургон, уже расхреначил его. Ну ладно, я когда в гараж потом поставлю его, он сам починится. Да, конечно, он загрязняется из-за снега. Но это не страшно. Короче говоря, Джей Норрис это вообще кто такой? Основатель и генеральный директор социальной сети Life Invader в этой игре, которая является пародией на Facebook. Лестеру он не нравится, и он просит Майкла замочить его. Сделать это надо не пистолетами, не кулаками, а неожиданным способом, так сказать. Внезапным. Весьма таким программным, так сказать, способом. И сейчас мы это сделаем. Надо в офис Life Invader пробраться. Для этого надо компьютерщиком нарядиться, и мы едем в магазин, где продается соответствующая одежда. Да, вот этот фургон я нигде не угнал, на самом деле. Можно заметить по номеру, я его забыл поменять, что это из чита я вытащил фургон этот. С фургоном Франклина то же самое было. Извиняюсь, конечно, но... Блин, можно было и этот просто угнать, и потом перекрасить. Ну ладно. Добыли красный фургон. Добыли. Снег что-то перестал, кстати, идти. Тем не менее, красный фургон мы добыли. Не уверен, что буду на нем слишком часто ездить, но буду. Извините. Меня пригласили на собеседование в одну IT-компанию. Мне нужно что-то такое, чтобы выглядеть, но я не знаю, технарем помоложе. Потеряли работу, надо как-то жить дальше, да? Бывает. Ну не то, чтобы потерял. Ну, конечно, просто вы стали старше. Работу отдали аутсорам. С моим папой также обошлись. Теперь вам не важно выглядеть белой вороной. Как насчет жилета и шортов в карго? В зимой, что ли?
Ну окей. Блин, даже не знаю, что выбрать красивого. Пусть этот будет. Если забыть про чувство собственного достоинства, сойдет. Конечно, сойдет. А, нет, я бы этот не смог бы перекрасить, который сзади меня фургон. Потому что... Лос-Антос Кастомс нельзя перекрашивать другой цвет. Майкл, я переоделся. Итак, что надо сделать? Прототип находится где-то в офисе Life Invader. Найди его и подключи к нему эту штуку, которая у тебя в сумке лежит. И меня туда так просто пустит? Но почему бы и нет, если выглядишь соответствующе? Жди, пока кто-нибудь не откроет дверь. Я решил не разыскивать по городу такой фургон, а просто заспаунить его по-быстрому. Что касается машины Майкла, того седана, я его перекрасил честным способом. Лос-Антос Кастомс заезжал. Покажу потом, как он выглядит. Он красиво сейчас выглядит. Эй, привет. Руководство хочет больше функций. Но мы так на пределе. Раз такое дело, то нам придется урезать функциональность. Тем более мы планируем через год выпустить платное обновление. Ну, что надо, то надо. Ну, вы понимаете, в смысле, мы должны выпустить бета-версию в четвертом квартале. Я не против жестких сроков. Но когда требования к проекту меняются чуть ли не каждый день... то и работать тяжело. Понимаете, о чем я? Мой законченный перекур уже заканчивается. Погодите, а мы знакомы? Вроде да. Вы наш временный айтишник. Вы должны кое-что сделать для меня. Вам надо оформить заявку? Нет. Я не хотел бы, чтобы там кое-что попало в базу данных. Кое-что? Если больше парней валят мне бабла, то я реально займусь пропагандой технологий. А может и не технологий, может еще что-то интересного. Вот, смотри. Если ребята разрешили мне использовать ту ось, проблем бы не возникло. Ты видел прототип в демо-зале? Когда Норрис покажет его на своем докладе, все просто мозги вынесет. Да, не сомневаюсь. Короче, там были... Короче, чувак позаходил на сайты небезопасные. Там, короче, вирусы всякие появились. Там на картинках было то, что показывать не стоит. Я решил это вырезать. Не обижайтесь, если что. О, вот это мобила. Сейчас мы посмотрим, что можно тут сделать. О. Замечательно. Интересный офис, конечно, здесь. Чувак, мы творим историю без этих... простых работяг, у нас ничего бы не вышло. Ну, разумеется. Так, а что, рюкзак там, что ли, оставил? Мог бы себе забрать его. Ну ладно, пофигу. Пофигу, что тут? Сейчас открою дверь.
Чё она закрыта-то? Её надо, надо, чтобы она всегда была открытой, блин. Так, а где моя отличная машина? Ага, вон она, никто ее не угнал. Все в порядке. Эй, Майкл, погоди. Ну-ка. Хедшот! Я влюбился, хедшот! Лестер, я вставил эту штуку в прототип. Иду домой смотреть презентацию. Друг мой, пришло время для изврата. Лестер, ты слышишь? Ты опять выиграешь в эту игру? Да-да, извини. Ты сделал свою часть. А ты что, не любишь шутеры? Они все одинаковые. Ты же знаешь, я люблю кино, военную классику и все такое. Военная классика закончилась 13 лет назад. Остались только супергерои, романтические комедии и ремейк. Ничего интересного. Я верю, что в этой стране еще можно делать интересные фильмы. Лучшая иллюстрация американского образа жизни – двухчасовой фильм, в котором герой выглядит круто и побеждает зло. Как скажешь, наслаждайся вчерашним днем. В общем, позвони на номер, когда он покажет устройство, тогда и поговорим. Отлично, отлично. Так. Долго там ехать? Ну, в принципе, нет. Я думаю, доедем. Сегодня будет презентация. Где-то в 12... О, уже в 12 она будет. Вот, вот. Видите, машина Майкла вот эта. В автосалоне Симона Итариана я видел такую же, только у него тогда черная. У Майкла черная была тогда. У него была такая же, только вот такого вот золотого цвета. Мне очень понравилось, и я решил перекрасить такой же, свой. Лос-Антос Кастомс причем заехал. По-честному все сделал. Так, фургон поставлю в гараж. Гастроли по всей стране, после чего все забудут, какой он. Ага, вы отстой. Выйди. Нет, я смотрю, стыди слава. Очень жаль. Но мне нужно. Дай. Дамы и господа, встречайте мистера Джея Норриса. Привет. Наша компания проделала большой путь. С тех пор, как мы ютились в раздевалке у бассейна в доме моих родителей. Сегодня на ваших глазах рождается новая эпоха. Настает эпоха полного безговорного государства. Короче, не важно. Мы вложили в открытый доступ личные данные миллиарда людей и неплохо на этом заработали. И мы используем самую молодую рабочую силу в мире. Средний возраст 14,5 лет. Это впечатляюще, не так ли? Революционное достижение. И сегодня, прямо здесь, мы сделаем новый шаг вперед. Сейчас вы увидите будущее. Мобильное устройство Life Invader. Да, мы изобрели то, что никому никогда не приходило в голову. Небольшое персональное устройство. Теперь вы можете круглосуточно переписываться с друг с другом. В автобусе, пожалуйста. В метро, пожалуйста. Дома. Или в бассейне. Да ради бога. И сдох. Минуточку. Кажется, кто-то пытается позвонить нам. Алло? О, блин. Ничего себе, блин. Лестер, ну ты даешь. Нифига себе, блин. Да ему полголовы разорвало вообще. Так, нам тут опять дают подсказки, блин. Ха-ха-ха! Лестер, это было нечто. Ты новости смотрел?
А мне и не нужно, я слежу тут за рынком. Будут торговать альфой до самого закрытия. Ладно, как наше дело. Ах, да. Давай займемся делом. Переоденься поприличнее, встретимся у моего склада возле автострады Лос-Сантос. Кстати, сейчас пришлю тебе ссылку на брокерский ресурс. Можешь сам немного поторговать. Я предпочитаю держаться на внутридневных торгов подальше. Ну ладно. Какой костюм есть? Вот этот мне нравится. Ладно. План грабежов мы будем заниматься в следующей серии. Канал «Чего хочу, то и врачу» — это канал двух моих друзей. Пацаны снимают различные видео про свою жизнь. Что тут у нас вообще есть? Два дурака, кусок курицы. На что готов мужик? Учим видео кидать спиннинг. В общем, новосибирский аквапарк. В общем, пацаны снимают о том, как они живут, и видео у них довольно интересные. Подписывайтесь обязательно. А сегодня мы переключаемся на Франклина, там есть одно задание. Какого-то фига Франклин отвисает на пляже. Делать ему тут пока нечего, блин. Машину Франклина тоже можно будет потом перекрасить, наверное, какой-нибудь зелененький такой цвет. Или в красный можно даже, в принципе. Хотя нет. У Майкла же красный фургон. А в принципе... Короче, а в общем подумаем. Можно в зеленый цвет. У Франклина же любимый зеленый цвет вроде бы. Давайте такси вызовем, чтобы доехать до своего дома. Что там у нас? Майкл, тебе стоит научиться стрелять. Найди время, сходи в тир. Понятно. Вот Мартин Мадрасов должен был прислать Майклу сообщение, где он спрашивает... Ну-ка, давайте переключимся, посмотрим. Может, оно и есть? Может, я просто не заметил его? А, вот, точно. Я прочитал и что-то совсем забыл про это. Майкл, где деньги, мать твою? Если мне снова придется к тебе прийти, будет гораздо хуже, чем в прошлый раз. Да буду я тебе деньги. Только, блин, это сложно довольно сделать-то. Давайте такси вызовем. Пришлите такси как можно скорее. Не вопрос. Такси подъедет через пару минут. Спасибо. Читал. А, как же тухо. Можешь взять тот байгер, мотоцикл, что мы угнали. Оставил его твоей тете. Прекрасно. Ты видела обезьянного чувака? Он фигачит свой стрит-арт по всему городу. Да, не сомневаюсь. О, такси быстро подъехало, мне нравится такое такси, которое приезжает быстро. Нет, давайте Франклину сегодня. Выполняем порядок серии так же, как... Миссии будем выполнять, и серии будут такие же, как в первом прохождении. Однако, во втором сезоне, скорее всего, будет на одну серию больше. Потом узнаете во втором сезоне. Там было всего 6 серий, я хочу, чтобы было побольше. Вечером. О, наши молитвы были услышаны. Ну, здрасте. Я не хочу ничего знать. Франк, какого фига вы тут орете? Что за чертовщина творит? Эй, Франклин, что ты здесь делаешь? Я живу здесь. Это мой дом тоже.
Ну, как скажешь. Только убирайся отсюда. Будь добр, исчезь отсюда. Да, с радостью. Не влезай в неприятности. Да. И такой чувак даже в половине... По-любому. О, в натуре гангстер-нига. Смотри, кто с нами. Как оно... Не, ты должен проявить уважение, нига. Неудержимый вернулся, ну давай же. Черт, мне придется провести день с очередной жертвой кризиса среднего возраста, которая пытается вернуть свою юность. Ты что только что сказал, мудак? Неужели ты и прям по мне скучал, а? Нифига я по тебе не скучал. Еще об 100 лет тебя не видеть. Я трахал твою подружку, ограбил мать, и даже ни разу про тебя не вспомнил. Ха, ты тут шутить вздумал, да? Надо же, я увижу, ты прекрасно справляешься, посмотрите на него. Я так и думал. Кстати, на зоне я видел петухов, у которых достоинства побольше твоего. Ты чё, и достоинство разглядывать любишь? Да, ты просто шутник, хренов. Ты какого фига возишь с этим клоуном, лома? Мы из одной команды, Стрэч. Вечно вы тут собачитесь. Ты же знаешь. Знаешь, чувак, хорошо, что ты вернулся. Я рад, что ты здесь. Нам тебя вообще так не хватало. В тюрьме тебя отпустили, да? Отпустили! Засранец, я видел в тюрьме чуваков вроде тебя, которых драли каждый божий день. И кстати, нига. Тебя никто нифига не уважает. Меня уважают. Да лу, чё, серьезно, слышь? Это мои твои мечты. Только твои мечты, нига. Ты свое получишь. Да пошел ты нахрен. Я клянусь, чувак. Эй, Стрэч, брось. Этот недоносок не действует на нервы. Нигер меня задирает, тоже любит попонтоваться. Кстати, Франклин, давай, погнали. Ты поведешь или как? Погнали куда? Поедем забирать оружие. Зачем? Это бизнес, нига. Бизнес. Бизнес. Вы все как бабы себя ведете, блин. Не, я нет. Едем в оружейный магазин. Черт, раз уж ты спускаешь все бабки на барахло, хоть подстриг себе нормально. Твоя башка на микрофон-то похожа вообще. Есть у меня один микрофон, который тебе в дуло можно воткнуть. В задницу тебе. Знаете, когда меня посадили, вы, мудаки, были маленькими пацанами, а я крутым перцем. Я смотрю, вы тут стали крутыми, надо проявлять уважение, разве нет? Мы все крутые перцы, но он круче, походу, да? Пирамида какая-то тут пошла уже. А чё, пирамиды-то хорошо. Чем раньше мы это сделаем, тем раньше бабки получим. И тем раньше за решетку попадем, да? Амунация, оружие для знаменитостей. Ну и чё, как? Есть стрелковый тир, любые навороты на все оружие. О, офигенно. Здесь можно понавешать цацок на пулю. Давай, какой-нибудь крутой купи. Я сам сейчас разберусь, не надо мне ничего подсказывать. Одну минутку. Алло. Так, продолжаем. Помповый дробовик с фонариком. Вот этот? Нет, помповый дробовик не надо. Во-первых, блин, откуда у Франклина денег столько, я что-то вообще не знаю. У Майкла гораздо меньше, а у Франклина откуда столько? Или это Майкл поделился к нему такими большими? Да, просто цвет поменять у дробовика и все. Ну зачем? Фонарик давайте возьмем. Штурмовую винтовку тоже возьму, раз у меня денег так много. Вот только откуда? У меня столько денег, я не знаю. Ну и все, пошли. Отвези нас туда, где нарики сдают бутылки. Это Френч Лапруэта. Опять с балласами встречаться. Вон, интересно, надо будет, наверное, заглянуть в этот салон. Посмотреть, как там, кого он, кого Симон нанял теперь. Да, я не буду читать, на дорогу смотрю.
Стретч. Speaking of chain, Lamar's been meaning to talk to you, homie. Nah, homie. What's happening? It's nothing, my nigga, nothing, you know. Just some ideas, that's all. Man, ideas ain't your strong suit, so put it on me. It's nothing real, homie. When it's something real, we'll talk. Так, приехали. It's realer than this crap. Hey, we meeting them here. Мы с ними встречаемся здесь. Ну чё, подходящее место? Я выбрал его. В таком месте нас никто не потревожит. Вот это меня именно и беспокоит. Я предпочитаю открытую местность. Хо-хо-хо. Чё, как сам придурок? Товар у нас. А где бабло? Дайте мои деньги сюда. Как дела, Роман? Ой, этот Ламар Дэвис. Эй, погоди, какого фига? Ты вроде бы похищал его. Да брось, тут все свои. Динига. Только что вышел. Встречаюсь с людьми, сидел тут с кое с кем из ваших личных. Привет, слушай. Ты тут ни при чем, да? Эти нигеры облажались. Что он за фигню несет? О! Засада! Раз. О, блин. Это не полиция, это балосы. Вот говно, а. Да пошел ты. На, он подставил нас. Блин. Балосы. Долбанный Ди, он нас подставил. Я же сказал, не высовывайтесь. Вот теперь, когда ты хлопнул этого мудака, мы в полной заднице. Не надо было вообще туда ходить. О, блин, нифига. Ух. Сраный стукач нас за лохов принял, блин. О, козлы. На Си-Джея, кстати, похож немного. Сильно, это, кстати говоря, похож. Так. О! Ой, это тут горит все теперь. Ну где? Вот здесь есть один, но только я его не вижу. Да где этот гад, который там сидит, блин? Ну зашибись. Теперь копы. Дайте сюда аптечку. Надо было научиться доверять своим инстинктам. Нам не нужны лишние свидетели. Надо вертолет этот
уничтожить. Долгий подъем к свободе. Они идут, не высовывайся. Еще один вертолет. О нет, только не мне на голову! Вот это жесть была. Вот это вообще жесть, конечно, была. Прямо мне на голову вертолет упал. Честно говоря, не ожидал такого. Да ладно, только не говорите, что мне сейчас придется опять. Ладно, я это обрежу. Так, попробуем еще раз. Только в этот раз со всех ног надо будет убегать, чтобы вертолет не упал нам на голову. Ох, повезло в этот раз. Да, на трех звездах уходить от полицейских, это, конечно, та жопа еще. Так, надо какую-нибудь автомастерскую искать. Блин, разворот надо делать. Вообще ненавижу, когда разворачиваться надо. Фух, оторвались. Ехал. Не получилось в автомастерскую заехать. Я из-за других машин я застрял, и в итоге все копы доехали до автомастерской тоже. Пришлось ехать туда, куда глядят глаза. Так, приехали. Ну все, брат, потусуйся со своей тетушкой. Заткнись, черт с два, нигер. От тебя с каждым днем воняет стукачом сильнее и сильнее. Не, от меня воняет человек, который хочет рубить бабки со звезды. А он подставной не играет, что я говорил. Сосунь свой язык в задницу, это ты, мудак, Стретч. Да, Стретч на свободе. Новый контакт Стретч. Я сначала думал, зачем вообще нужен этот контакт Стретч, если он не за... если никаких звонков с ним не будет. Оказывается, ему можно звонить. Самому, после некоторых из миссий. Но, к сожалению, нельзя... Но, к сожалению, он сам не будет звонить. И в следующий раз он появится только в конце игры. То есть он появляется всего в двух миссиях, и в следующий раз это будет финал игры. Давайте позвоним ему. Привет, хоми. Эй, как оно, Стретч? Приятно было, наверное, поговорить по мобильнику, который не тащит полдня у тебя. Где мои деньжата, мадапака? Тебе пора платить за членство в китах. О, извини, чувак, я сейчас на мили, понимаешь? Может, ты пошевелишь жопой и попробуешь сам заработать бабло честным трудом? Я вкалывал, как проклятый, когда тебе еще памперсы сваливали. Если бы вы с Ламаром два дебила не заключили сделку с этим дебилом из Валас, все было бы шикарно. Сделку заключил не я, а Ламар. Ну, мне пора. За тобой должок, мадапака. Да. Там после еще некоторых миссий можно будет ему позвонить. Ладно, на этом мы закончим. С вас лайк, подписывайтесь на меня, эпичные видосы. Подписывайтесь на мой второй канал, а также на группу ВКонтакте. Всем пока.